без всякого привлечения, легенду русского джаза, это... пионера русского джаза. Прошу не перебивать докладчика Алексея Зубова, да. Замечательного саксофониста, композитора, солиста оркестров в 70-е годы, Лундстрема, Людвиковского, Мелодия, который уже 30 лет, по-моему, живет в солнечной Калифорнии и был, крайне редко бывает в России, крайне редко, по-моему, 7 лет назад. 7 лет назад, как время летит, Алексей. И поэтому это, конечно, радостное событие и для меня, и для вас. И вот сегодня... И для меня. И для себя тоже, я догадываюсь. В те времена, когда джаз у нас так сказать, зарождался, у нас очень много физиков было в джазе. И вот физик Алексей Зубов, он кончал физфак МГУ в 60-м году и делал диплом в лаборатории Александра Михайловича Прохорова, будущего Нобелевского лауреата. Но музыка настолько поглотила Алексея, он когда еще был музыкантом, что защитив успешно диплом в ФИАНе, в физическом институте имени Лебедева, он тут же пошел в оркестр Лундстрема. Я правильно говорю? Я не правильно, но на самом деле все было значительно смешнее. Так, итак, я предоставляю слово Алексею Зубову. Он вообще, гораздо интереснее все расскажет. Вообще тут, как кто-то сказал, мастер-класс, мастер-класс. Никакого мастер-класса я вам сделать не могу, потому что я как полный самоучка и, в общем, уже довольно немолодой, мягко выражаясь, человек. Такой техникой, какой сейчас играют даже самые молодые выпускники, просто не обладал. Никогда и обладать уже, естественно, не буду. То, что вас учат или не учат, или сами вы учите, как играть по, как у нас говорят, changes, гармонии, аккорды, пятые, десятые, лады, то, сё, пятые, десятые, я тоже думаю, что вас учат. Поэтому начну я опять, вернусь сейчас назад и попробую рассказать то, что вам будет полезно. На моем сайте на интернетском, который я не трогал уже по лености лет 7-8, там было написано такое изречение, которое я где-то подхватил, по-моему, это был бамп такой на машине наклеено, которое звучит по-английски так: I'm not completely worthless, I can always serve as a bad example. Так вот, по-русски это означает, что я не бесполезен, я всегда могу служить плохим примером. Поэтому вот это я вам могу рассказать, потому что в своей долгой и, надо сказать, весьма интересной жизни я наделал кошмарное количество ошибок. Просто одна за другой. Я не говорю, что я о них жалею, потому что многие были чрезвычайно поучительны, но тем не менее были. Первая ошибка – это то, что когда я начал играть на саксофоне, я, в общем, практически не преследовал цель быть никаким профессиональным музыкантом вовсе. Я учился в университете, и еще будучи в классе, то есть это, например, на 51-й год, еще Сталин был жив, он в 53-м умер, я уже заразился джазом и слушал передачи из Лондона, тогда еще из Америки не было Виллсканера, только была 15-минутная программа в день, которую я тоже слушал, ходил слушать как в церковь. И, в общем, заразился этим. Так что в университете я пошел в духовой оркестр, где они вообще марш сыграли. И взял кларнет, такой пластмассовый, альбертовский, гнусный кларнет. И довольно быстро научился играть на этом кларнете сулико. Но вот тут начинается, так сказать, ошибка или несчастный случай. Я совершенно не представлял себе, как надо заниматься вообще, потому что никого не было. Как держать саксофон во рту, я тоже не знал, потому что то, что издавали в это время саксофонисты предыдущие, которые случайно не попали в лагеря, а многие попали во время Сталина, мне не нравилось, как это звучит. Так что для меня уроком была фотография Колман Хокинса. Вот единственное, так сказать, пособие, которое я имел. И потом оказалось, когда я приехал в Америку, что таким аппаратом уже никто и не играет давно. И совершенно по-другому все преподают. Но мне было уже поздно. Есть такой очень известный учитель, который, кстати, приезжал, он не приехал в Москву, он ездил здесь где-то по другим городам, такой Боб Шепард.
очень сильный саксофонист и замечательный учитель. Он, глядя на мой аппарат, сказал, что если бы тебе не было так много лет, я бы тебя с тобой занялся переделкой. Я сказал, мне и так нравится, как у меня звучит. Ладно, только что я не практически занимался тем, что я выучил несколько пьес, которые люди играют на халтурах, так сказать, то есть на танцах, и кучу, значит, переписал то, что у нас называется licks, то есть кусочки из всяких соло. Этого у меня набралось довольно много. И с таким багажом я, значит, стал играть по всей Москве и довольно быстро попал в компанию, которая тогда называлась «Восьмерка», Цедри. Это, ну, ты знаешь. Да, я знаю. Молодежь, наверное, нет. Молодежь нет. Это был Гаронян, это был Бахолдин, это был Берухштиц, еще живой. И кто еще? Переменно Капустин, который тоже живой, Коля пишет. Капустин. Коля Капустин, который здесь живет и пишет музыку замечательную. Потом Борис Рычков, который, к сожалению, умер. Шестигранники вы играли. Да? Мы играли везде, где деньги давали, абсолютно. Да, это, я вот как раз это не упомянул, что моя основная задача была двойная. Во-первых, я был очень скромный, как ни странно, что, глядя на меня сейчас, конечно, никак не скажешь. И я решил, что, во-первых, мне нужны были деньги. В семье денег не было, а я нуждался в карманных деньгах. Так что я научился играть на халтурах, заработать деньги. Второе, я решил, что если я буду играть на саксофоне, то на меня будут обращать внимание девочки. С деньгами получилось хорошо, с девочками почему-то не очень. Я настолько увлекся джазом, что меня почти что выгнали из университета, потому что я запустил все хозяйство там. Но, так сказать, восстановили, и я в Фиане сделал диплом честно. И после этого, как моя жена выражается, я сбежал с цирком. Есть такое старое выражение. А как получилось, мне буквально несколько дней после получения диплома я раздался звонок от Лундстрема, из оркестра Лундстрема. У нас освободилось место баритониста. Если хочешь, вот приезжай. Мне нужно... Они дали мне 2 дня решать это хозяйство. Я, значит, вот решил. И поехал к ним. Позвонил Гаронян, кстати. Гаронян уже там играл. И положение было такое, что я приехал туда с довольно незначительным умением читать ноты. Да еще на баритоне я никогда не играл. Так что все мне пришлось осваивать на ходу. Хорошо, что они играли одну и ту же программу, наверное, в течение лет, в общем, бесконечно. Да, это одно и то же. Так что я взял все эти партии, ночью их учил там под одеялом без конца, и выучил такие, и постепенно научился читать ноты, постепенно потом научился играть, меня переселили на тенор потом опять, и я начал учиться инструментовать. Вот это было совершенно замечательно, конечно, потому что опять не от кого, от тех, кто там инструментовал, так потихонечку. И что мне помогло, вот мы говорили о физике, что мне в этом смысле помогло, это то, что физика обучает человека системе, как изучать вещи, как знания получать и организовывать его в систему определенную. Таким способом я научился инструментовать сначала для биг-бенда, потому что я в биг-бенде работал, потом для струнных, и кончилось тем, что прямо перед отъездом я сделал 3 фильма собственной музыки для симфонического оркестра. Все это без музыкального образования. То есть система была. Но вот можно считать ошибкой то, что я уехал с Лундстремом? Я не знаю. Я совершенно не знаю. Но тем не менее я уехал. И потом уже пошло. Пошли джазовые вечера и то есть уже джазовые фестивали. Я участвовал, кстати, не в так многих джазовых фестивалях, потому что я ездил очень много. Ну, конечно, не было в Москве. В биг-бенде много. А у тебя еще какие-нибудь вопросы есть? Или... У меня есть много, но я не смею перебить твою плавную, красивую, остроумную речь. Леша, ты же мне сказал, не перебивай меня. И я тебя не перебиваю. Я такого не говорил, не перебивай меня. Но я так понял. Видишь, у меня есть вопросы. Можно задать вопрос? Вот скажи, пожалуйста, вот у всех у вас, ну, у музыкантов были кумиры. Значит, тогда, конечно, все было... С американцев брали пример, понятно, не Альбоску. Вот кто у тебя
в те годы, какой саксофонист, вообще какие музыканты ты почитал? Вопрос интересный, потому что это менялось со временем очень сильно. И очень сильно. Вот, когда меня в первый раз спросили, мы играли, это знаменитое совершенно было время, когда мы играли практически несколько месяцев, по-моему, не больше трех, в ресторане «Националь» были, это вот там... Знаете, бывал я там, да, в те годы. Это был квинтет, в общем, считался Супер. Капустина, но играли там попеременно разные люди. И туда пришли какие-то корреспонденты, русские корреспонденты, которые вещали, значит, на Америку, на Англию, там еще. Они меня спросили такой же вопрос. Mm-hmm. Какой? Я, как ни странно, назвал Зут Симс. Зут Симс. Ну, а вообще, в этот период для меня самой важной была школа теноровая West Coast. То есть Стэн Гетт, Зут Симс, Алкон, там куча, да, куча людей. И до сих пор я их всех люблю, потому что у них совершенно определенный свинг, которого стоит в особом, так сказать, в особом месте. И так продолжалось примерно до 65-го года. В 65-м году я получил два удара. Это вышла пластинка «Love Supreme». И я получил пластинку этого самого Хора Силвера, которая называлась «Cape Verdean Blues», и там играл Джо Хендерсон, которого я вот первый раз тогда услышал. И это вообще... Я после этого ночью перестал спать, потому что я понял, что это совершенно другое, абсолютно не то, что я делал, и меня это очень заинтересовало. Заинтересовало еще то, что... Когда я слушал «Love Supreme», я совершенно четко слышал русские деревенские мелодии. Вот это интересно очень. Абсолютно. И я тут же вернулся обратно, стал изучать русские мелодии. Это было очень интересно. И в конце концов написал пьесу, которую играл на фестивале джаза в Праге в 68-м году. Которую я здесь буду играть с Кругловым. Это будет такое восстановление. Вот. Но она в том варианте, я ее наконец получил после многих лет. Я не слышал этого ничего. Я ее получил и поместил на свой SoundCloud. Вы знаете, наверное, что это такое, так что вы можете послушать, как там это было в 68-м году в Праге на фестивале. Это произвело довольно большое впечатление, потому что никто не ожидал от, так сказать, советских в то время музыкантов ничего хорошего. Вот. Так что это был бы то рубеж такой. И поэтому я не могу сказать, кто мой кумир сейчас совершенно. То есть я отказываюсь. Есть такая байка тоже довольно интересная про Ойстраха, ну, немножко для него обидная, что этого Ягуди Минухина спросили, как вы оцениваете Ойстраха. И он сказал, о, он второй скрипач в мире. А кто первый? О, их много. Вот такое же впечатление у меня о саксофонистах. А у меня есть несколько человек, которые постоянно являются моими учителями, даже если они умерли. Это, конечно, Колтрейн, это Джо Хендерсон, которого я имел счастье знать лично, и даже переписываться. Я еще был в Москве, я с ним обменивался письмами и так далее. Потом авангардисты появились. Скажем, в последнее время я заново, ну, я знал его, конечно, обнаружил Альбу Тайлера и слушал его совершенно другим ухом, чем я слушал раньше. Он мне кажется очень наивным, если говорить с точки зрения изобразительного искусства, он примитивист, то, что называется. Но это не значит, что там нет силы действительно трагической, какой хотите. Очень много. Некоторые вещи у него неудачные, но, в общем, он хороший человек. И он вообще звук изобрел, можно сказать, свой, да, особый. И Колтрейн восхищался его звуком. Только восхищался, очень заметно, что у Колтрейна период после «Love Supreme» влияние. Да, слышно вибрацию Альберта Айла. Это очень интересно. Да. И он, собственно, ему сделал первый контракт. Леш, а вот извини, а очень интересно, что ты вот это очень меня поразило, что ты когда впервые слышал «Love Supreme», ты почувствовал там элементы русской... Ну, не, фольклора, что ли, или вот как это? Вот разъяснили, это очень интересно. Не знаю. Как это так? Только вот, да, правильно, покажи. Покажу немножко. Ну, скажем, предположим, я не помню точно, как там, но что-то не важно.
А русская песня идет. Или как поет Глинкина, знаменитая русская, знаменитая для тех, кто этим занимается, Глинкина, которую я застал, как ее записывали в доме звукозаписи, деревенская бабка, 70 лет, которую привезли, и которая очень беспокоилась, как у нее там коза дома. Мелодия такая. Колтрей. Да. Я извиняюсь. Да. Слушай, а Колтрейн, оказывается, многое в России нет, взял. Нет, нет, ничего не взял. Это истоки, это все истоки санскритские. Да, это все шло оттуда. У него же были русские учителя в Штатах. Ну, был. Дело не в этом. Да, это, конечно, такую это музыку, между прочим, стали действительно исследовать тогда в Советском Союзе уже поздно. Уже в 60-е годы только начали ездить по деревням и разыскивать это. Да. Вместо того, чтобы слушать хор Пятницкого там еще что-нибудь в таком духе, стали слушать настоящую музыку. У меня сюда привезена, то есть не сюда, а в Лос-Анджелес, привезена целая полка изданий вот этих вот пластинок старых русских, просто записанных в деревнях всяких песен, которые до сих пор есть, и, в общем, мне пришлось это тащить на себе, в общем, тяжесть была чудовищная. То есть очень интересный материал для тебя, да, для твоего творчества, да? Да, но он был. Кроме, ну, что касается Джо Хендерсона, если вы саксофониста знают, правильно? Величайший. Да, он действительно величайший, хотя жил он, надо сказать, в совершенной бедности всю жизнь. Да, да. Вот это и весна. Он, ну, во-первых, он был наркоман, но не такой сильный, да. Но жил в бедности, потому что, в общем-то, его никто не слушал. Он был так называемый музыкант для музыкантов. То есть музыканты его все обожали. Просто ставили на пьедестал. Ну, он же много у Хорс Силвера играл. Хорс а что ты преуспевал. Да, и не так он долго играл Хорс Силвера. Ну, не так, ну, да. Ну, да, ну, ладно. Вот. Его, кстати, Колтрейн рекомендовал к Майлз Дэвису, когда он, Колтрейн уходил, но а его забрали в армию, Джо Хендерсона. Вот. И там есть такая пьеса, которая называется «African Queen». Угу. Да. Как она там звучит. Вот, и что там играл Джо Хендерсон, привело меня одновременно в изумление и глубокую печаль, потому что я совершенно не понимал, как это все делается. Но постепенно освоил. Это, извольте любить и миловать, Андрей Райзен. Грандиозный пианист, авангардист. Да ладно. О чем? О, авангардист, хорошее, хорошее. Это не ругательное уже слово. Это раньше тем более. Сам проговорил про себя, что авангардист. Я не выдаю секретов. Интересная история, значит. Вдруг откуда ни возьмись, еще я там в Лос-Анджелесе, по скайпу вызывает меня Бутман. Так. Я говорю, вот я еду в Москву, то 50. О, говорит, я знаю, ты там связался с авангардистом. С ревностью он сказал, да? Игорь, я же сам авангардист. Какой ты авангардист? Проходите вперед, садитесь. То есть он тебя, значит, возвысил, да? Но дело в том, что я, может быть, и не авангардист, но явно совершенно я этим занимаюсь. И, кстати, вот эта CD, которая там валяется, там много примеров, во всяком случае, элементов авангарда, и есть даже некоторые вполне атональные кстати, сочинения. Извини, пожалуйста, извини, Леш, там, значит, есть несколько компакт-дисков очень интересных, Алексей Зубов с американцами, ну, вот, вышли в Америке диски, желающие могут приобрести. Валерий, у вас они там, да? Замечательно. Теперь, вопрос заключается в том, что мы с Андреем знаем друг друга довольно давно, и даже участвовали в фестивале в Иерусалиме, в одном и том же, где, тем не менее, мы там не играли вместе. И вообще мы никогда не играли вместе. И вообще мы никогда не репетировали.
Это вы авангардисты. Вот авангардист. И что мы будем играть? Я не имею представления. Но тем не менее, я думаю, что мы возьмем какую-нибудь с потолка тему и посмотрим, что же из этого получится. Неизвестно совершенно. Тебе хочется что-нибудь минорного или тебе хочется мажорного? Минорно-мажорно. Окей. Берите до минор, молодой человек. Thank you.
Вот так мы хулиганим. Да. Примерно в этом же духе, только без всякой заданной темы. Тут все-таки был My Funny Valentine, неизвестно зачем. Но вот в Израиле там была совершенно... То есть не велено было даже разговаривать. Это вот сейчас, на последнем фестивале. На последнем. На первом фестивале это привело меня в совершенный ужас, потому что я тогда с Ганелиным, я его знал, тысячи лет, но играть никогда с ним не играл. И я, значит, перед началом этого отделения подхожу к нему, говорю: «Слав, ты мне скажи, пожалуйста, что мне вообще делать? Я не знаю, что ты намереваешься, как планировать это хозяйство?» «Ничего, — я, говорит, — не знаю, ничего я тебе не скажу. Хочешь начинать?» Я говорю: «Пожалуйста». И я вылезаю вперед и начинаю играть каденцию. И играю, и думаю, куда они ушли, что ли, все? Никак ничего не происходит. Потом постепенно что-то начало вылезать. И я получил истинное удовольствие, потому что Ганелин такой человек, который имеет... Он симфонический композитор, и он учит теорию музыки, и он имеет понятие о форме, о чем... Обыкновенно джазовые музыканты вообще никакого понятия не имеют. У них форма слабал, значит, тему, и потом, значит,
по аккордам, что очень хорошо. Но есть и другие пути. И народу, который сейчас стал заниматься этими другими путями, много, в частности, в Лос-Анджелесе, полно молодых ребят, которые совершенно немного по-другому, во всяком случае, смотрят на вещи. Алёша, скажи, а вот сейчас много, говорят, что количество джаз-клубов резко сократилось в Штатах, и вот в Лос-Анджелесе, в частности. Так? Да, в общем, на моей памяти, пока я был в Лос-Анджелесе, закрылся, по крайней мере, десяток. Да, и, но выскакивают новые. И некоторые из них чрезвычайно интересны, один в особенности, который, в общем, никогда никаких больших звезд не приглашает. Там такой хозяин, который все время выискивает таких интересных или группы, или вообще странных вообще людей, которые играют такую альтернативную музыку, ну джаз, в общем, все равно. Вот, и в частности, там в этом клубе играли последние выпускники. В Лос-Анджелесе есть такая школа, совершенно замечательная, Монка. Знаю, да. Монка. Да. Это школа необыкновенного, так сказать, вида. Она там набирается состав по конкурсу. Ну, состав там 7 человек, один раз было 8, по-моему. То есть обычно труба, саксофон или 2 саксофона, тромбон. Вибрафон иногда бывает, и ритм-группа. И они работают 2 года. Причем это бесплатно. Это если они уже прошли этот конкурс, а им платить ничего не надо. И работают с ними все люди, которые живут, так сказать, в Лос-Анджелесе, типа, скажем, того же Чарли Хейдена. Да. Так сказать, вот, приходящий человек. И много. Вот, кстати, я хотел, там же Херби Хэнкок живет. Его присутствие там как-то ощущается в Лос-Анджелесе. Вот в этом клубе, да. В частности, вот в этой школе, да. Ты знаешь, что он тоже физик? Я с ним познакомился. Я этого не знал. Когда я дал свою карточку, он был у нас здесь, выступал. Это было лет 10, может, назад. Нет, я не знал. Он говорит: о, я тоже физик. Так что тоже физик. Ну что, вы хотите еще что-то сыграть? Yeah.
В общем, хулиганим, конечно. Ну, а что еще делать остается? Конечно, можно взять и сыграть какой-нибудь стандарт, как он есть, но не то, чтобы я этим, вот именно этим занимаюсь, но даже когда я, скажем, прихожу на какой-то джем в Лос-Анджелесе и приличная группа, то я и играю какие-нибудь обыкновенные джемшейшн там темы, какой-нибудь там Stella by Star, это что-нибудь. Я обязательно туда вставлю что-нибудь совершенно неприличное, чтобы люди... Ну, это оживляет, наверное. Все, конечно. Все, наверное, конечно, сразу оживляет. Здесь. Потому что... Что же делать? Но мне больше ничего не остается делать, потому что они все так играют быстро, что у меня отрок берет. Да, и думаю, что это такое? Это можно сравнить как с гимнастикой. Посмотрите гимнастику 20 лет назад, ну, посмотрите да. сейчас. Это да. разные вещи. Так и сейчас. Сейчас саксофонистов обучают так, что у них все отлетает вообще от зубов. А я сижу и думаю, как же мне им насолить-то? Как же мне им перебить всю эту самую малину? Вот так вот этим и перебиваю. Вот такая история. Но другая, значит, история. Как я туда попал? Да. В эту Америку. И это, в общем, было довольно забавно тоже, поскольку я, будучи в Москве, женился на американке. Это было в 70-х годах, уже я не работал в Лунстрем, я уже работал на студии «Мелодия», я с ней там жил несколько лет, и потом, в общем, мы ездили в Америку и собирались так, в общем, такую жизнь вести, раз вперед ездить. Но из этого ничего не вышло, потому что у нее кончился контракт. Причем самое интересное, в этот момент я довольно много работал с Высоцким. И делал инструментовки для него, делал инструментовки и кое-какую-то свою музыку писал для фильма «Стрела Робин Гуда», которые потом немедленно оттуда выкинули, конечно, всю музыку. За то, что ты уехал в Штаты? Нет, это почему? Просто когда... Потому что Высоцкий. А, уже. И велели да. выкинуть все баллады и всю эту музыку. Жили, эту, да. Да, и Высоцкий, конечно, опять запел, как обычно. И, в общем, на этом все кончилось. Но дело не в этом. Дело в том, что он мне уговаривал эту вот тетеньку, на которой я женился. Да. Она не хотела за меня выходить замуж. Думал, не так хорошо. Ну, бойфренд и бойфренд. А Высоцкий сказал, ты что, не понимаешь?
Когда он бойфренд, он предатель Родины. А муж совсем другое дело. Понятно. Она согласилась. Но дело это кончилось все равно плохо, потому что она меня там бросила в Америке в результате. И я там остался один. И связался с единственным, кого я очень хорошо знал, там это пианист вот Милча. Ты сразу же в Лос-Анджелесе? В Лос-Анджелесе. Ну, она там жила. Я там жил, мне некуда было деваться, денег нет, ничего нет вообще. Куда? А Милча Левиев – это вот тот самый, который играл с этим, какого же, опять забыл. Ну, с тем. С тем одним ты не знаешь. Да ты мне напомнил, как его зовут, Трубач. Тоже знаешь. Тоже. Данелис. А Данелис в это время играл на какое-то совершенно невероятное для того времени, ну, правда, уже был Брубок и все, но он играл все на 5, на 7 четвертей, на неизвестно, на 11, какие там попадутся. Да, необычные ритмы. И когда он услышал Милчу, который болгарин и консерваторским образованием, когда он услышал Милчу на каком-то мелком фестивале в Европе, он сказал, если ты выберешься из своей страны, я тебя возьму. И Милча у него работал много лет, пока Данелис не умер. И я попал к нему в объятия, но это, в общем, привело к тому, что мне тоже пришлось играть на загадочное количество восьмых, от чего я совершенно зверел. Это очень тяжелое дело, надо сказать. И мне попались еще два партнера таких. Еще был гитарист, который был классического образования, получил образование в Цюрихе и сейчас там уже учат других. Но он, кроме того, занимался народной музыкой и джазом тоже. И у нас было такое трио, которое играло вот очень близко. Нет, вообще, в принципе, оно играло примерно вот то, что мы с тобой делали, только, может быть, не так отчаянно. Но во всяком случае, так и было. Мы записали всякие ерунды, где я вынужден был учить это все хозяйство. Я там выкрутился в одном месте, потому что мне надо было играть соло, но я не мог просто сообразить. Я сказал, ребят, вы помолчите, я сыграю просто соло. А сколько там восьмых, пускай они сами догадывают. Пусть считают. Да, пускай считают. Но, в общем, тоже был полезный. И вот с ним мы это называлось «Линго Франко», что означает общий язык, и потому что мы были все разных национальностей, хотя все братья славяне. И она, эта группа существовала довольно долгое время. Ну, кроме того, я так по мелочам переиграл с кучей народу всякого, и знаменитого, и незнаменитого. Но это уже такие были случайные, так сказать, тем же Чарли Хейденом. У меня памяти на имена нету, но это можно все припомнить. В общем, такие известные люди лос-анджелесские, потому что за исключением людей, которые работали в студиях и были очень богатыми, естественно, от этого, остальное население Лос-Анджелеса музыкальное страдало, конечно, от безденежья. И человека с именем за $50 на вечер было нанять совершенно ничего не стоило. Поэтому тогда мне такой известный вам Миша Шуфутинский, он мне отдал в своем ресторане маленький зал с роялем, и я там приглашал и играл с ними. И приглашал, ну, скажем, Тутихи. Вот мне играл за $50. Казалось бы. Понимаешь? Вот, и такие дела. В общем, там не весело в этом смысле, в материальном. Нет, никакой радости нет. А вы приехали где-то в 83-м году, по-моему, да? Я первый раз был в Америке в 79-м году. Окончательно? Да, окончательно в 84-м. В 83-м я был несколько месяцев, и из них два с чем-то месяца я был в этом колледже, как он? Ну, джазовый колледж, Беркли, да, Беркли. Как гость этого самого, Гарри Бертона. Это в Бостоне. Да, да, и мы даже там записали какую-то ерунду, но не такую, не для коммерции, а просто. И причем с кем записали? Стив Соллер. Да. Так что мне пришлось, в общем, поиграть с настоящими людьми. Например, с Хорс Силлером пришлось поиграть. Да. Да, но из этого ничего не вышло, потому что, в общем, там было это случайное совершенно, так сказать, у него дырка была. Так что похвастаться
чтобы я играл все время с большими гаражами, не могу. Но, тем не менее, играл здесь же, в Москве, джемс с Кейджаритом и так, прочими вот такими людьми. Так что, в общем, пришлось поиграть с интересными людьми. В 60-х годах вы появлялись на советском телевидении, это в лирических соло? Я по-моему, с мелодией. Нет, мелодия это бы... Давайте расставим годы. С 60-го до 65-го года я был у Лунстрема. С 66-го по 73-й я был у Людвиковского. И дальше я был на мелодии. И когда я с этой снюхался американкой, ко мне пришел Жора Горонян и сказал, что... Увольняйся. Ты, да, увольняйся. Меня взял... на постой, так сказать, к себе в Арбат Кадерский. Вот. И Саня там Пичиков. И Саня Пичиков. Но я Местный. Там мало играл. В основном, когда Саня Пичиков занимался другими делами. Да. Вот. Но все равно было интересно, потому что там Носов играл тоже, да, тоже да. Выизгнанный да. с радио. И вообще большие люди. А Пичиков всего, по-моему, у Рознера играл. Играл. А вам не довелось? Нет. Нет. С Рознером была гораздо веселее история тоже. Потому что я только начинал играть. Я тогда был в этом самом, как он назывался, «Первый шаг». Это знаменитая была организация при ЦДРе, откуда вышло громадное количество не только музыкантов, но и артистов вообще, комиков и прочее, прочее. Знаменитых причем, впоследствии, как Майя Кристалинская там была, Булгакова, актриса Булгакова. И ну, куча народу. И мы, вот я, Гранян, там, вот эти все, мы там подвязались в этой самодеятельности. И нас всех наняли сниматься в «Карнавальную ночь». Угу. Да, где да, я да. появляюсь. Все секунд там... 20. Ты есть, да, да. Не знаю. Это была большая эпопея, потому что на самом деле музыку писал Эдди Рознер. Мы еще музыку в те времена были недостаточно профессиональны, чтобы писать музыку. И, но рыло, извиняюсь за выражение, у рознерских мужиков не подходили, старые были, потому что оркестр должен быть молодежный. Так что мы вот там выступали. Повезло. Да. Там я, собственно, и близко познакомился с Рознером, потому что мы делали это в этих в гримерских, там, в кулуарах, там стояло пианино, мы играли джем с Рознером. И я тогда про них, я, так, в общем, не интересовался, кто он, но я проник к нему колоссальным уважением, потому что он по-настоящему знал, что такое джаз и вообще для чего он существует. Вот. Кстати, это приводит меня еще к одному знаменателю, так сказать, к которому я вас хотел привести. Но сначала расскажу интересную историю про покупку саксофона. Это было, когда я играл на кларнете. У меня была пластинка Бенни Гудмана, такая 78, с которой я списал соло Бенни Гудмана и играл его на кларнете и считал, что я уже царь всего. Боря Рычков в этот момент вел, ну это был какой год, я даже не помню. По-моему, это был 55-й, может быть, даже конец 54-го. Глухая старина, да. Да, я играл, значит, на кларнете на этом. И пришел я к Боре, а он был мой приятель, я с ним вместе в школе учился. А, даже в школе? Да, в 110-й школе, да, 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 да. И в Метропольске тоже учился в 60-й. Ну, гораздо, естественно. Да, позже. Да, а мы с Рычковым в одно время. И вот, и он там вел самодеятельный оркестр, я пришел туда с кларнетом и начал, напросился, значит, у него играть. И проиграл я несколько дней, и Рычков отозвал меня в сторону, говорит: Леша, я твой друг. Но слушать я это не могу. Вот у меня есть. Бросай кларнет. У меня есть старый старичок, у которого продается саксофон. Вот давай попробуй на саксофоне. И тут вот все и началось. Молодец, ерунда. Видишь, как он сыграл большую. Почему-то кларнет в меня не шел. Хотя я на кларнете потом играл. Но с большим неудовольствием. Никогда не любил. Немецкая система или французская? Когда я уже играл
не в университете Сулико, а уже когда Бенни Гудмана, я купил себе такой БМ-ский кларнет, причем через, кстати, лунстремовцев. Они продавали там. Здесь многие же саксофонисты на кларнете, вот тот же Колтрейн и прочее, начинают в молодости играть. Все проходят, да, через все они проходят, через кроме кларнет. Меня. Потому что я на кларнете представлял себе такое жалкое зрелище, что это описать невозможно совершенно. Ну, значит, Боря тебя вовремя остановил, ты ему должен быть благодарен за это, ему, да? Я, когда Боря Рычков умер, они поймали меня в городе Тулузе по телефону и сказали, можешь поучаствовать в передаче на радио про Боря Рычкова. И я, они меня поценили, я рассказал эту самую историю. Такую вообще, да, и потом мне позвонила его жена и говорит, я, ты меня вообще расстроил совершенно, да. Еще что-нибудь спросите, пожалуйста. А что вы играли до «Авангарда»? Straight ahead. Во-первых, я прошел, я говорил, школу, в общем, самостоятельную школу, конечно, без всяких учителей. Это West Coast, школу тенористов, которая, конечно, произошла вся от президента. От Лестер Янга. Да. Вот. И почему-то я зацепился тогда на Зуд Симсе. Понятно. Я послушал Зуд Симса не далее, как 2 или 3 месяца назад на Ютубе, и советую всем саксофонистам посмотреть это. И посмотреть, и послушать именно, какого типа там происходит свинг. Потому что свинг в основном бывает 3 типов. Свинг, то, что называется on the top, немножко впереди, in the pocket, то есть это на самую точку отчета, и сзади. Как я забыл уже, как называется. И у разных. Например, Джо Хендерсон всегда играл сзади немножко. Зуд Симс играл практически on the top. То есть он так несется над ритмом. Это поразительно. При всем при том, что это, в общем, такой, ну, все пассажи, так сказать, уже известны и игранные, но впечатление невероятное. Ну, то же самое было у Стангетца. Такой вот специфический свинг. Подожди, если меня память изменяет, Зуд Симс с Бенни Гудманом приезжал. Да? Он приезжал, и я с ним выпил достаточное количество водки. Ну, видишь как, вот про что надо рассказывать, а ты нам что-то рассказываешь. Вопрос о свинге. Да, он был очень большого роста. Самое интересное, что я его изображал, я скажу как. Снимали документальный фильм про оркестр Бенни Гудмана. 62-й год. Да. И по какому-то поводу, почему-то они упустили, не сняли Зуд Симса, играющего соло. У них фонограмма была, а съемки не было. Они меня поставили за белым занавесом, сделали тень от меня, и я изображал это соло, якобы как Зуд Симс. Интересно. Да, я говорю, у меня истории, мы никогда отсюда не уйдем, если я буду рассказывать все истории своей жизни. А что касается, так сказать, амбушюры, если вас интересует. Вы все сейчас обучают держать вот эту часть плоской совершенно, как я знаю, и вот так вот. К сожалению, я так не научился. Я использую этот мускул, что тут есть две разных вещи. Что происходит при этом? Во-первых, у меня получается значительно глубже низ, чем при вот такой современной постановке. Он больше и глубже. Но зато появляется неустойчивость в верхнем регистре. Автоматически. И если вы прислушаетесь к старым музыкантам времени, вот Колман Хокинса и прочих, то слышно, что внизу они играют гениально, когда они забираются вверх, это как-то чуть-чуть шейки. Вот, и именно потому из-за этого самого. Так что тут это приносится такая жертва между двух. То есть это. Это вот что тут выходит. Или даже на форте. То есть большого такого характера звук. А я могу играть по-другому, но это будет совершенно другой звук. Или для техники это гораздо удобнее. Гораздо, во многих раз удобнее. Но некоторые умудряются, так сказать, при этом тоже развивать совершенно прекрасный звук.
Что я бы хотел сказать еще об образовании, так сказать, джазовом, которого у меня не было. Поэтому я всегда говорю о вещах, о которых я ничего не понимаю. Это всегда польза и вред. Норберт Винер в 47-м году написал книжку, в которой я запомнил одну замечательную фразу. И он пишет, что технология передачи информации, развитие технологии передачи информации может быть развита до такой степени, что она замаскирует отсутствие информации как таковой. То есть, с одной стороны, вся наша техника обучения – это, так сказать, благословение. Но с другой стороны, это и опасность, которая видна. Например, в один определенный момент и все нью-йоркские саксофонисты звучали так, что их одного от другого все играли потрясающе. Но отличить одного от другого совершенно невозможно. Лицо потеряли. Называется. Да, звучит совершенно прямо одинаково. Да, и все. Просто колоссально. Можно позавидовать. И так что многие через это прорываются, конечно. Но об этом всегда надо думать, потому что техника – это техника, и умение там обыгрывать гармонии – это тоже, в общем, технология в какой-то мере, и звук – это тоже технология, даже, как ни странно. Но они все служат одной простой цели, то есть созданию музыки. Для меня музыка и джазовая, и какая угодно – это всегда рассказ с эмоциональным содержанием. Например, то, что мы пытались играть, это явно было что-то такое, что, ну, я могу примерно даже сочинить либретто на тему того, что мы играли, какие события там проходили, какие эмоции там происходили. Частенько в моей музыке, кстати, на моем CD, когда я объяснял музыкантам, что надо было, скажем, играть в первой части, я сочинил просто либретто. И сказал, вот что тут происходит. Вот об этом надо думать. Это было им полезно, этим ребятам. Молодые ребята. Ну, совсем были, молодые, да. Совсем. Ударнику был, по-моему, 21 год, 23 года пианист. Самый старший был контрабасист. Потрясающий контрабасист. Он там вначале играет арка соло. Это просто виолончель замечательный. Просто... Вообще соло – это тоже рассказ своего рода. И, к сожалению, многие соло звучат так, что этот рассказ, кроме того, что утверждение солиста, какой я замечательный, как я хорошо играю, больше ничего не содержит. Видите, извини, это вот молодой, насколько я понимаю, Алексей, 4 года мне Алексей Зубов, в молодости. Юрий. Вот, между прочим, там стоит дизайнер. Вон он. Который... А, это вы дизайнер? Да. Вот это? Да, шикарный вообще дизайн, потрясающий. Так что вот вы, один кто желает, могут приобрести эти диски. Диск один вот это или еще? Нет, там есть навал. Нет. Как? Они разные? Нет, они не это разные. Один диск, да. Изданный недавно, когда это издан? Это как раз 7 лет назад. 7 лет назад, в Штатах. Окей. Расскажи немного про это, положи туда. Очень просто. Такой некто Вартан Танаян был продюсером моего приезда сюда в 2006 году. Это мне... Возвращение птицы. Ну, он в свое время занимался птицей. Да, 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 да. Он выудил деньги где-то, как он умеет, и пригласил меня, и это было как раз мое 70-летие. Но буквально месяца за 3 до того, как это уже... Он мне позвонил, сказал, а у тебя диск есть? Mm-hmm. Я говорю, да нет у меня никакого диска. Mm-hmm. Я же лентяй. Такой, причем суровый лентяй. Непредприимчивый человек. Да, нет. Он говорит, без диска не приезжай. А, вот так. Вот так вот. И я сделал. За 2 месяца я слепил диск. Но у меня, слава богу, были эти ребята под рукой. Mm-hmm. Я уже немножко с ними играл и по клубам, и все. И мы, в общем, немножко срепетировали и записали в одну длинную сессию все хозяйство с ужасом вообще просто, потому что это надо было все срочно. Я потом мчался на машине сдавать этот диск в печать и слушал по дороге его качество. И по дороге я понял, что я перегрузил бас. Так что с дороги я позвонил моему первопечатнику, так сказать, и сказал, можно я завтра привезу? Он говорит, можно, но времени совершенно нет. И я действительно поехал домой, сидел ночь, переделал все это, и поехал опять туда.
И они мне сделали, в общем, я к отъезду получил все эти диски. И вот так вот. А если меня не заставить, я ничего делать не буду. Потому что, к сожалению, меня от музыки отвлекали еще многие увлечения, которые совершенно я не был в состоянии преодолеть. Скажем, занятия электроникой, когда я сам строил всякие примочки для саксофона, которые, кстати, можно слышать на некоторых подпольных, так сказать, записи моего дуэта Савульским. Но вот это, кстати, одна из моих вех моей жизни, дуэт Савульским. Хороший, очень здорово. Да, это опять, это было то же самое примерно вот как... А он тоже в Лос-Анджелесе, да? Нет, он живет под Нью-Йорком, и он совсем бросил музыку, к сожалению. Но это был дуэт, в котором мы играли не то что свободную музыку, а у нас были такие затравки, маленькие мелодии, вот как мы брали эти колокольчики. У нас были такие затравочки ритмические, такие сякие, 5/10. И мы перед концертом садились, рисовали стрелочки, кружочки и говорили, здесь будет такой эмоциональный крещендо, здесь мы замедлим, может быть, немножко. Причем это совершенно не обязательно было, но так, чтобы иметь какой-то... Потому что мы играли два отделения, без перерыва, вот так прямо. И вот потом мы это чесали подряд. Никогда, конечно, одного и того же не получалось. Но там я употреблял всякие электронные штучки, которые были присобачены к сопрано там. И, вот. Но я их строил сам, я их не покупал. Я, то есть, пользуясь тем, что я физик, я отвлекался на это дело. Потом, конечно, период, когда я занимался фильмами, тогда и вообще играть было невозможно. Это тяжелое дело. Вот. А так, если вы знаете литературу, так сказать, характер у меня... Помесь слесаря Полесова с Маниловым. Слесарь Полесов – это человек, который разобрал ворота, как вы помните, и никогда их не собрал. Вот. И его называют Ильфа Петров кипучий лентяй, потому что он всегда занят и всегда не тем, что надо. Это вот моя картина. Ну и кроме того, мечты бесконечные. Мечты – это очень важно. Но приносит свои результаты, тем не менее. Когда сейчас смотришь фильм «Стиляги», там саксофон показан как абсолютно угнетенный в Советском Союзе инструмент. Ну, это был такой период. Насколько это как бы... Ну, во-первых, я был самым настоящим стилягой. Так будем говорить. И у нас это было, мы, что говорится, прошвыривались по броду и клеили чувих. И прочее. Там целый жаргон был специальный, громадной величины. Весь его невозможно употребить. Да, хиляли по броду. Ну как же, знаем, все. Проходили мы это все. Берлять, да. Кирять, друшлять. Все совершенно такое, а язык особый. Но дело в том, что про саксофон это правда. Собственно говоря, не в таком виде, как это в фильме, поскольку я фильмы не видел, я не могу судить, но судя по тому, что вы говорите, это не совсем так. То есть саксофонов вообще не было. Да. И на саксофонах играли редкие люди там в ресторанах, и, в общем, никто из них играть не умел. Дело в том, что я, например, знал одного очень хорошего саксофониста, который играл еще в 30-х годах у Цфасмана. И он просидел в лагерях. И, слава богу, там не умер, вылез, но, конечно, играть уже не играл. Я саксофон купил уже в 54-55 где-то году, в начале 55-го года. Какой был саксофон? Это очень забавно. Это был клон, который был, такой есть фирма Kohler. Теперь она где-то в Китае была немецкая. У них дизайн купила ленинградская фабрика пятой пятилетки. Пятилетка. Мебельная фабрика. Да. И, кстати, был очень хороший саксофон. Хороший, да? Да, вполне. Все пятилетки со звездой, они все были очень приличные. Да, очень приличный саксофон. А так, в общем... Его сейчас не найдешь, я знаю только один. А так, в общем, приходилось играть на чем есть. Кстати, об этом тоже очень поучительная есть байка одна про Джо Хендерсона. Ну, расскажи, интересно. Он играл на старом Селнере Солвест, насколько я помню, D Short Shank, так что называется, короче, который мундштук. И, в общем, на этом мундштуке это классический мундштук, в общем, на нем никто и не играл никогда. И его спрашивали, а почему, собственно, вы играете на таком мундштуке? Он говорит, да, он пришел с саксофоном. И все.
То есть человек взял тот мушток, который там был в ящике, и выработал звук, которых мало было на свете. То есть мало было. И так вот и получилось. Дело идет о том, что я тоже работал в таком вот магазине, такого типа. Это очень было удобное место, где я видел, например, познакомился, было бы очень приятно с Фаро Сандерсом, который да, приходил. Это в Лос-Анджелесе? Да, да, он там живет. Да, да, но вот тут великий человек. Великий человек, да, совершенно. Да. И там приходили люди, которые находились в бесконечных поисках инструмента и муштука. Ну, бесконечных совершенно. То есть они пробовали один на день одно. Муштуков у нас было очень много в магазине разных, и поддержанных, и новых. И они приходили, дули, потом приходили через два дня, дули еще что-то другое. Потом они покупали его, потом они приносили его сдавать обратно. И так это далее. Можно было, вы принимали? Ну, принимали с вычетом. Да, конечно, конечно. Да-да, понятно. Вот, и совершенно это... Гонка совершенно бессмысленная, потому а что... А Сандерс что пришел? А, извините. У него стенор сам чинить. Там был хозяин такой. Чинить был он, кстати, русского происхождения, по фамилии Гаврилов. Там он шел под именем Мэнни, это называлось... Владелец магазина? Да, Horn Connection. И он был мастер по ремонту совершенно исключительный. Ну, просто исключительный. Он 40 лет занимался. Вот, и... Поэтому сейчас муштуков выходит много на свете. И найти, может быть, и не так легко, но думать, что муштук совершит волшебное превращение плохого звука в хороший, нет. Этого не бывает. Звук можно издать даже из плохого муштука прилично, если у вас правильно поставлено дыхание и все прочее. Один интересный такой наблюдение, я вам это просто продемонстрирую, потому что я когда своим ученикам некоторым пытался объяснить, как, собственно, получить большой звук, это у меня простой прием. То есть я беру среднюю ноту, и так я проверяю муштуки, кстати, потому что у меня номер 9, и когда я его мерил еще этот Тео Вани, он сказал, что он еще больше этого, чем... Ну, да, они не были точные в те времена. И я так что мне нужно менять муштук, потому что мне просто не хватает уже на старости лет воздуха. Он у меня туда слишком быстро улетучивается. Но, короче говоря, когда во-первых, длинные ноты надо дуть. Я тоже сейчас дую, хотя в 70 лет с лишним, но у меня другое положение, потому что я не могу остановиться в таком возрасте. Если я остановлюсь, значит я должен бросать. Потому что через 3 дня у меня уже все. Упадет. И руки, и это самое. Это сказывается отсутствие школы, конечно. Вот. Так что идея очень простая. Вот, скажем, там си. Берем его тихо. Затем мы его раздуваем. Строй может измениться немножко. Но дело в том, что наступит такой момент, когда вы будете практически физически ощущать вибрацию всего инструмента и как бы самого себя. То есть у вас будет обратная связь. Это случается только на форте. Но когда это случается, это означает, что вы извлекаете все возможные уже гармоники, которые можно извлечь из этой комбинации. Муштук и саксофон. И из нее вы можете делать уже любой звук, какой вам нравится. Вы можете убрать часть гармоник, можете прибавить, можете убрать несколько низа. То есть просто амбишура, меняя амбишур. И результаты, в общем, да. А вообще-то звук у меня такой громкий получился от того, что я играл на танцплощадках в 50-х годах без микрофона. На открытом воздухе с группами. И там дуть тихо было бы совершенно бессмысленно. Никто бы ничего хорошая не услышал. Зарядка была, да? Да. Причем, вот еще одна история, которая интересна тем, кто вообще следил немножко за Стэн Гетцем. Мне посчастливилось застать его живым и слушать его живьем. Я к тому времени уже был там, Джо Хендерсон, то есть 50-е, это уже Стэн Гетц. Но решил пойти. Этот человек уже не молодой, но он пошел в зал, это Keystone Corner, зал в Сан-Франциско, в котором записано неимоверное количество дисков джазовых, просто там.
Но он играл с квартетом без микрофона. Зал больше этого, гораздо, может быть, раза в три, а то и больше. И я пришел, ну ладно. И когда я оттуда уходил, у меня дрожали ноги, буквально подгибались. Потому что я такого никогда в жизни не слышал. У него был такой звук, который отдавал, у меня была вибрация прямо даже здесь. Такой силой у него было проникновение этого звука. Там говорят все время, что вот, как это называется, что несет звук, несет. Вот у него несся звук, и он несся прямо к тебе. То есть он достигал до нутра совершенно. То есть я не мог себе этого представить. Я понял, почему его так и звали, Sound. Потому что и люди, которые, вот у меня был приятель тоже, который чинил инструменты, и ему, кстати, чинил инструменты, он тоже говорил, когда он приходил в магазин и начинал пробовать инструмент, было страшновато слушать. До того это проникновенный звук был. И в записях это, конечно, слышно отчасти, но не так. Не так. Вот. Такие вот дела. Он играл на Майре, по-моему. Он на разных мужтуках играл. У него из-за наркотиков, в общем, здоровье довольно быстро ухудшалось, и у него просто не хватало сил. Он и просил его подтачивать мунштуки, и пробовал разные мунштуки. Но дело в том, что его звук был таков, что это ему было неудобно играть на том или на этом, а звук все равно получался тот же самый. Вот об этом я хотел тоже сказать. Звук получался тот же самый. И все тут. Правда, он играл таким амбушюром, за который сейчас бы выгнали из любой музыкальной школы. То есть немедленно. Подвижная челюсть. Во-первых, подвижная челюсть. Во-вторых, очень подвернутая губа. Вначале он вообще играл только на губах, не прижимая вверху. Потом перешел на зубы, потому что тоже не мог уже этого вынести. То есть у него была такая фаготная постановка. Играл на очень тяжелых тростях. Очень. Даже ему делали специально на заказ трость. Вот. И, в общем, да, и да. И у него, он как будто жевал это все время. У него происходило все время работа, бесперерывная рта. При всех пассажах, так сказать. И кто не видел, между прочим, есть интересная запись на YouTube. Это единственное, по-моему, такого. Это трио Оскар Питерсона играет с ними... вместе играет Стэн Гетц и Колтрейн. Да, это известно. Потрясающе, да. Совершенно. Да. Это очень интересно. Колтрейн в то время еще молодой. И, по моему мнению, он пытался произвести очень большое впечатление. Даже слишком хотел. Это как? Это 60-й год. Да, примерно, да. Так что он там играет быстро, невозможно. Стэн Гетц на это все положил. Он себе играет четвертями красиво, ничего, абсолютно это, ничего это не хочет никому доказывать. Они вместе это, играют. Да, это как в том анекдоте. Они ищут, а я уже нашел. Да. Такой джин. Вот, так что вот небольшие советы, которые есть. Если вы что-нибудь еще хотите спросить про саксофон, я вам расскажу, потому что я все-таки действительно работал в магазине, и я его даже саксофоны и чинил некоторое время, пока в руки уже все не так. Между прочим, вот этот саксофон, я на него упал, и у него раструб был вот так вот, и это я его сам обратно привел в надлежащий вид. Это какого года изготовления? Примерно 64-й, это 133 тысячи. По моему опыту, у нас в магазине висело не меньше дюжины Mark VI, это не тайм, всегда. То есть они уходили, новые приходили, все. Я пробовал, мне очень нравится этот период, вот эти вот номера Mark VI. Я его вот так перехватил в свое время. До этого я играл и сюда ты приезжал. В Америке купил или здесь? В Америке. Ну, то есть сравнительно недавно. Недавно, сравнительно. Но дело в том, что сюда я приезжал на инструменте, который... ну, не изготовил, но, во всяком случае, доводил. Такой Олег, которого, я, может быть, знаю, саксофонист, он придумывает всякие такие вот штучки. Да-да-да. Вот эти... Да-да-да. И он решил тоже заниматься производством саксофонов, и один вот он из них произвел, золотой, который мне понравился, и тогда я его купил, и долго на нем играл. А потом вот вернулся этот, я его тот загнал, естественно. Потому что в моем впечатлении все-таки в хорошем Mark VI, потому что они не все одинаковые, совсем не совсем одинаковые, все-таки есть какой-то внутренний
тембр, которого очень трудно добиться из какого-либо другого инструмента. Я, кстати, хорошо относился к приатам, только больше всего мне нравились те, которые без лака. Ну, они действительно, у них тоже такой теплый большой звук. А фирма Кон как вам? Кон, я люблю звук. Если бы мне попался Кон сейчас кривое сопрано, вместо того китайского, который у меня там сейчас лежит, то могу показать, я бы купил старый Кон, потому что звук хороший. Но пальцы я совершенно не могу играть. У нас был совершенно уникальный Кон в магазине, который вообще 20-х годов, золотой, причем слой золота, и вообще ни с чем не стереть невозможно. Но руками я вообще попадал мимо нот все время. Я абсолютно не мог к нему приспособиться. Но звук феноменальный совершенно. Ну вот Чарльз Лой, кстати, играет на Коне. Всегда играл и играет до сих пор. Декстер Гордон. Декстер Гордон играл на Коне. Много играл. И вот у восточных саксофонистов много играл на Коне. Вот у меня игрушка. За неимением лучшего. Ух, какой симпатичный. Это абсолютно китайский инструмент. Я с большим удивлением обнаружил, что, приехав в Израиль, что большое количество совершенно профессиональных музыкантов там играют или на сопрано кривых, или на прямых, и даже на альту один играет именно на этой компании, которая называется Винис. И они вообще исчезли куда-то. Но он резкий. Мне бы хотелось, чтобы он был. Но... Не звучит ничего вообще. Дудука что? А это так и так и задумал. Нет, дудука надо специально играть. Я на этом, кстати, еще не приучился. Я могу на таком напрямом играть. Другим аппаратом надо играть. Там на зубы нельзя класть. А? Дудук не кладется на зубы. Нет, ну и тут все равно, потому что сверху пластмасса, так или иначе. Там не важно, есть там зубы или нет. Важно, как нижняя губа поставлена. Нет, дудук, это же не двойной... Дудук вибрато специфическое, оно губное... Ну да, 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 конечно. У меня есть дудук, но играть я на нем не могу. Я извиняюсь. Очень тяжелый инструмент. Вот. И это вот образец, он вообще практически ничего мне не стоил. Ну, если вы считаете, что можно отдать за такой саксофон $260, то вот он есть. Пришлось проделать, конечно, большую работу, потому что там куча было вещей каких-то таких недоделанных. Но играет. Я уже на нем записывался, и звучит хорошо в записи. Кадиллак Кон. Очень жаль, но пальцы не позволяют на нем играть. Вот еще одна байка про Джо Хендерсона. Как вам, наверное, известно, в конце своей жизни он уже выпустил несколько пластинок на компании Verve, и они пользовались большим успехом, он получил Грамми, там вообще вдруг попал в звезды. И на интервью, которое он давал одному из корреспондентов, его спросили, ну как вам вот эта такая новая слава? Что вы об этом думаете? Он говорит, это очень приятно, что не надо думать, чем платить квартирную плату. Все. Вот для этого необходима была слава. Леша, дорогой, значит, я хочу, пользуясь случаем, а ты собрался играть только? Я тебе мешаю. Нет, я не буду играть. Я же музыку ненавижу, вы же знаете. Он собрался не играть. Я всем объяснил. Я хочу подарить тебе две книжки. Одна из них называется «Kind of Blue». Я читать не умею. Да, знаю. Но русский ты не забыл язык. А вторая «Лазерная Одиссея». Эти две книги я перевел и издал в 2010 году обе к 50-летним юбилеям. Это 50 лет со дня первого в мире лазера. Причем интересный человек... Это вот американский ученый Теодор Мейман сделал первый в мире лазер в 60-м году в лаборатории Говарда Хьюза в Малибу. По соседству с тобой, Малибу. Вот. Значит, Малибу вот это для меня слишком шикарно. Вот я тебе дарю эту книгу. И Kind of Blue тоже. Ага. Вот. Чудесно.
я думаю, что всем очень понравилось, всем было это очень интересно. Я получил огромное удовольствие. Сожалею только о том, что у меня еще часа на 4 всяких анекдотов из моей жизни. Ну, и некоторые даже и неприличные. А вот тут не удалось рассказать. А вы книгу не собираетесь? Во, правильно, хорошая мысль. Я же вам уже объяснял, что я слесарь Полесов пополам с Манилова. Я написал 2 рассказа из своей жизни. Я именно говорю о рассказах, потому что я столько читал воспоминаний наших уважаемых джазовых музыкантов, которые все мне показались удивительно скучными. Вот. И в некоторых случаях чрезвычайно эгоистичными такими. Ну, про себя, все про себя. Все про себя. Да. Но дело в том, что я хотел написать, памяти у меня нет, потому что за точность описания событий я никогда не могу отвечать. Но это рассказы, в общем, которые чрезвычайно интересны просто по событиям, которые там происходили. Они все имеют отношение к музыке. Но лень было, лень. Ну что, все я могу сделать. Будем ждать. Да. Алексей, спасибо. Мне очень...